шагнул в Японии вперед. То есть вот два внутренних чемпионата, о которых никто не говорит, но у них действительно там есть интересные футболисты, интересные матчи. Это чемпионат США, МЛС и J-лига. Действительно неплохо. Поверьте мне, особенно на фоне какой-нибудь австралийской лиги, подборки австралийской лиги можете найти на Ютьюбе по соседству. Так вот, действительно впечатляет, и недаром японцы уже не только воспринимаются как люди, которые, с помощью которых можно продавать футболки. За Хондой была реальная охота,